Это не важно. Никакого значения не имеет абсолютно. Это не значение. Нам нужно просто, во-первых, с кем связываться, когда это будет. И они могут действовать так, как они считают нужным. Сейчас вот вроде бы значит, собирается филиал музея ГУЛАГа в Коммунарке сделать. Ну, там это электронная экспозиция будет. Ну, будем надеяться. Но это одно с другим не связано. Но музей это не полезно. Конечно. Я говорю, одно с другим не связано. Конечно. Это... Ты раздаешь всем по 2 или по 4? Я давала по 4. У нас такого нет. С обратной стороны у вас то же самое. Нет. Это я знаю, но... Ну вот, я стул ставил. Нет. Дальше там есть. Там сделали все. У вас, да. Да, у нас нет. Мы находимся с вами на спецобъекте НКВД «Коммунарка», где с 37 по 41 год произошли трагические события, где покоятся останки безвинно убиенных жертв политических репрессий. Здесь есть и представители политического руководства страны, и представители военного руководства страны, и представители нашей интеллигенции, лучшие инженерные умы, представители культуры, хозяйственные руководители. К сожалению, не все тайны этого места на сегодняшний день еще известны и изучены. И предстоит еще, наверное, очень многое сделать для того, чтобы понять, где конкретно, в каких местах находятся эти братские, если так можно их назвать, захоронения, потому что, по сути дела, здесь люди сбрасывались в выкопанные рвы. Предстоит проделать огромную работу по выяснению их личности. И, конечно, по тому, чтобы благоустроить это место, чтобы оно было достойно памяти тех людей, чьи останки здесь захоронены. Сегодня здесь есть памятники, которые не связаны между собой. Есть поминальный крест, есть памятник, который установлен от имени правительства Монголии, гражданам Монголии, которые были здесь захоронены. Есть памятник от имени правительства Саха-Якутия. И есть памятник, который установлен Московской прокуратурой в память о первом прокуроре города Москвы. Предстоит еще очень многое сделать, чтобы привести в порядок это место, которое является, к сожалению, знаковым для истории нашей страны. Тут должны быть объединены усилия и правительства Москвы, и комитета общественных связей, и в том числе и префектуры Троицкого и Новомосковского округов, на территории которой на сегодня находится спецобъект НКВД «Коммунарка».
тот самый непростой период истории нашей страны, когда были уничтожены тысячи наших сограждан. В машину репрессий, вы знаете, попали все социальные слои, были люди всех возрастов, профессий, конфессий. Это были ведь не только православные люди, это были и представители других конфессий, были и атеисты, кто не успел дойти до Бога. Вот по закону полагается, чья земля, вот какой находится административное управление, вы обязаны сделать расчистку вот этого мемориала и найти археологическими раскопками, найти вот эти рвы, где лежат на кости наших предков. В общем, на этом месте должен стоять обязательно памятник всем этим жертвам. Да? Мы уже не рассчитываем на помощь государства. Мы ждали ее целых 15 лет. Собираем средства сами. И уже собрали сумму для реализации первого этапа. С вашим участием соберем еще и реализуем весь проект. Я вот поставил своей задачей тогда, когда стало известно, что именно здесь, когда вот общество «Мемориал» подготовило документы и выпустило книгу памяти, где мой отец тоже фигурирует. Вот. Я понял, вообще говоря, что мой долг постараться сделать так, чтобы здесь появился памятник с поименным перечислением всех жертв. Мы считаем, что скромный памятник, на котором будет написано, что все жертвы, которые здесь не забыты, и что этот памятник, я считаю, это очень важным, поставлен на средства, которые собрали родственники, они вот такое, это будет действительно иметь большое значение и для родственников, которые еще живы, многие ушли, и для следующих поколений, которые будут посещать это и будут, соответственно, на этом, так сказать, свое мировоззрение строить. И я думаю, что вот наличие этих памятников не даст возможности будущим каким-то, значит, злодеям устроить то, что было устроено тогда.